О, да, детка. После кровопролития какие? Цветокские залы? Тысяч дал, ты ё-мо. Мало. Огненный столб, живая бомба. Классический мультидот. Сначала всех обдотал, на цель танка ожог и пошел хуярить. Ответь на вопрос. Подергай пятиську. Я уебываю, вы как хотите. Нихуя себе, если 11 тысяч прилетел отражение. Тут тактика такая, короче, босса не зерганешь, надо будет. Надо будет бить голема. Прикольно. Чувствовать.
Тотем. ПВП что нормально, она вытянет. Копыта оценишь, а лапу отсесть. Чуть земли так и не бросает, и не вижу его на себя. Орехи что ли, блядь? Да, блядь. А я не могу, прикинь, огненно убить, блядь, стримчивость с проклинанием моим. Убей. Он же огненный. Давайте големов быстрее. Что мне вреден нужен, блядь. Я что-то не понимаю. Я тоже. Зачем всех притянули? Темного не надо было. Там ману еще регени, да, вроде шаман. А не, шаман он свой еще регени. Фит земли, водный щит, да, ману регени. Ну там, когда меня бьют, типа я отхиливаюсь сразу. Да, 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 он работает хорошо, поэтому нужно взять на танк. МТ, да. Че, БР нету, блядь? Ну, всегда я задумал, блядь, типа. Прикол. Вот это прикол. Бах, бах, бах. Все, блядь. Не знаю, значит, он что там не хилит или что, блядь, или ты такой мягкий. Как а котлета. Как котлета из говна, блядь. Нет, как котлета из говна.
трава у них там за спиной, сука, я не могу ее щипануть. Не, а чё он не кидает на меня тотем, блядь, щит? Ну, орехи на кубере висят, блядь. На кубере висят орехи. Нахуя они? Вот это, что они делают, орехи? Сокращать время теряемое из-за полученного урона при произнесении и поддержании заклинаний. Атаки исцеляют прикрытующим цель на 337 единиц, блядь. То есть он уже хилит. Вот смотри, ответ на его вопрос. А работает СПД еще, да, на щит? То есть 337 щита плюс СПД шамы и проки, правильно? Да, должно. Щит земли исцеляет всех союзников в радиусе 8 метров раз в 2 секунды и снижает получаемый целью урон на 3%. Ходи в ДС, объясняй. Что он нам хочет объяснить? Заходить в ДС 50 долго, я не хочу заходить. Потому что я знаю, что щит земли должен быть на танке. Зачем он вешает его на ДК, я не знаю нахуй. Какие-то объяснения. Ты если... прочитай бонус там какой-то у него. А, отсмоток что ли? Если разрушение, у кого этот баг у него, да? Как успеть? Так, смотрим, ну вот сюда, смотри. Шмоткин. Так. Ну, и чё? Колберг смерч. Распыляет. Второй Колберг, там чё за ДПС? Урон. Ебать, смотри, какой баф я спиздил. Ля. Еще диск разрушение. 150 СПД.
Где именно? Не прочувствуешь, блядь? 13664, 3 голубых. Появил ее через пропасть БМК НОМС. Че, трава в углу, ебать, я забыл выход. Говорит Войт, который никогда не играл шамана. Дай мне Индр. Бля, руда. Копать нечего. Вопрос такой ебанутый. Написано, цель хилит. Нет, вот там написано, что он хилит вокруг цели, короче. Сколько там, два участника. Ищи и саму цель, блядь. Ну вот, где она, где этот щит? Она тебе висит? Нет, нахуй. Вот. Атаки исцеляют прикрытую щитом цель на 337 единиц. То есть, у тебя, ну какой там, раз в секунду он или как хил? И допустим, если танком вот на мне висит щит, а мне надо какое-то заклинание прочитать, блядь, допустим, экзорцизм, да, там, моба сагри, он работает еще как, ну, уменьшает время каста. Какой нахуй АУЕ? Никогда не было АУЕ, даже на церкви.
Хули в чатником это почитай, висит, блядь. Заебали, давайте быстрее, блядь. Дал 4 ПП. Видишь, как без щита. Специально это сделал? Да я не знаю, просто в моба ворвался. Он просто писал, видать. А нужно было всего-то перевесить чиф на танк и все, не спорить нахуй. Бля, как они заебал, сука, давайте быстрее. Это Клуберс не в той экипе, наверное, чтобы рвать агро. Ну, он... у меня ПВП и все. Да, как бы это правильно, да, не сорвет. Но даже просто я линковал два раза дамаг, полученный мной. Я вору, я три моба не могу держать, ничего, по два моба танчить. Давайте хильки заебали. Постоим 10 минут на одной точке. Пишем про какую-то хуйню, которая так все давно известна, блядь.
косты пророком надо сбивать, это вот так вот бегаешь нормально. Фира так нам, да. Нихуя не быстро каст. Второй секунды каст. Ох, провиться, бах, пизда. Чародейское разрушение, вообще жара. Сейчас миллион раз лучше я живу. С щитом-то? Угу. Я что-то требовал доказать. О чем пишет? Понял. И что? Ну, что что он держит? Щит на танке нужно держать, блядь. Понял, куда? Все пизда. Пророков выбирай в цель. Они будут фиры давать сейчас пока, да. Мана кончилась. Не вижу этого босса, блядь.
чуть земли второе место, нихуя себе. Кого там зуб, блядь, нихуя себе. На кого хоть? На кота? Даже хер знает, на рога, наверное. Огонь держишь с ним. Это что за новости? Сука, вы заебали, блядь. Тут, да, регайте следующий ПП сами, нахуй, и разговаривайте. Я заебался вас ждать. Ай. Угу. Блин, надо было нажать кровь, а потом, блин, тонуть. И я бы вышел. Плачь. За ним. Че, бегайте? О, я выиграл, на хуя себе рецепт. Я бы на воню сходил. Гиркин, блядь. Чё, ты чиниться пошёл? Да. Я выиграл камень ночи, короче, алицит. Как тоже все увидел, что нахуй там, блядь, а переписываться начали. Не знаю, что там остальные. Ты идёшь, вы, блядь? Слышь, Войт, а есть извечки? Мне нужно квест дать. Какие извечки? Огонь, тьма. Это самый напряг.
Если плащик обновил. Они увидели, что ты сдох, поломался. Но они-то не знали, что ты пошел учениться. Странные какие-то. ХП, ну да, маловато, согласен. Ого. 17 600, 15 почти было. Так, плащик. Плащик с тканой вышивка сразу. Там надо унитюлит, ебаный. Унитюлит, рулон ткани, две жизни. Ебать. Шарики только в РЛК, да? Извечный огонь, извечная тьма. Так, огня 2, тьмы 3. Че, пойду купать хуя.